Здравствуйте, уважаемые телезрители. На АТВ программа «Открытый эфир». Я Владимир Банчиков. Буквально в эти дни вся наша страна, и не только наша страна, но и, наверное, полмира, отмечает самый главный, ну, для России это уж однозначно, государственный праздник – День Великой Победы. И сегодня в гостях в нашей студии писатель, журналист Юрий Добоин. Здравствуйте, Юра. Здравствуйте. Я знаю вот тебя давно, да. И что ты такой упорный человек, добивающийся своих целей. Сейчас ты своей задачей, одной из своих задач ты поставил. Ну, наверное, это самая главная твоя задача в последнее время. Да. Это поиск героев войны, наших земляков, которые так или иначе остаются для большинства нашего населения, для народа неизвестными. Да. Вот давай начнем по порядку. Какие твои последние исследования? Я знаю, что вот ты принес документ, да, документ шокирующий, допустим, для вот простого человека, да, что наш земляк был представлен к званию Героя Советского Союза, но, к сожалению, это звание не получил. Вот не получил. Давай, да, начнем, хорошо, с этого. Давай. Да, вот как раз, значит, вот недавно я нашел наградной лист, значит, на Малакшанова. Родну Мадасовича, правильно его фамилия, Малакшанов. Вот. А долго его родственники тоже искали, может быть, его награды, но не могли найти, потому что фамилия была искажена, и вот, причем значит, очень сильно. Да? И вот мне повезло, я нашел награду, наградной лист, это Малакшанов Родна Мадасович, можно я зачитаю? Да? Конечно, конечно. Ефрейтор, значит, сапер-штурмовик 59-го отдельного штурмового инженерно-саперного батальона 12-й краснознаменной штурмовой инженерно-саперной Мелитопольской бригады. Он был представлен 12 мая 1944 года к званию Героя Советского Союза. Вот. Но командование решило заменить это звание на орден Красного Знамени. Вот. А подвиг вот такой он совершил. Это было в боях за Крым. В боях за Крым никогда не останется незабываемой слава о героических подвигах сапёра-штурмовика ефрейтора Малакшанова. 7 мая 1944 года, действуя в штурмовой группе, Малакшанов под губительным огнем противника выдвинулся вперед к дзоту и открыл по нему уничтожающий огонь, тем самым лишил возможности противнику вести огонь по штурмовикам. Под прикрытием огня товарищ Малакшанов саперы разрушили немецкий дзот. Товарищ Малакшанов в этом бою получил ранение, но не ушел с поля боя, а стремительно ринулся вперед с траншеи противника и уничтожил две открытые пулеметные точки врага с их расчетом по три человека, которые мешали продвижению пехоте 613 батальона 88-й морской бригады. В рукопашных боях на высоте Сахарная за этот день боев товарищ Малакшанов уничтожил 8 немецких солдат и одного офицера. Ходатайство о награждении высшей правительственной наградой звания Героя Советского Союза командир 59-го отдельного штурмового инженерно-саперного батальона Шаронов 12 мая. Да. Вот. Ему оставалось жить после этого подвига еще полгода. После этого он, значит, совершил еще один подвиг из многих в боях за Будапешт и посмертно Родна Малакшанов получил орден Отечественной войны первой степени. А всего у него 5 орденов, то есть достаточно много. Ну, конечно. Боевых орденов, да. Ну, должен был быть Героем Советского Союза. Да, ну, это уже, да, дело такое. И я знаю, что вот ты нашел вот этот наградной лист и передал его родственникам, да, вот героя нашего. Внучки Эльвири, да, она очень обрадовалась, и они все были очень... Конечно, обрадованы в канун. Ценнейшие, да, семейные, да, реликвии. Да. Вот теперь они будут ее хранить бережно и рассказывать о том, что был такой дед. Их гордится, да. Вот. Я знаю, у тебя таких историй еще очень много. Ну, давай, да, по порядку, я буду. Хорошо, молчать, я в вот хотел бы начать о рядовых победах солдат, которые, может быть, не получили таких наград, только какие получали, значит, некоторые герои. Да? Вот, допустим, Цирен Макбунов из Селенгинского района, из Нейхонский. Он был младшим сержантом-санинструктором.
и тоже получил орден, был представлен к медали за отвагу, но получил медаль за боевые заслуги тоже. А он, значит, тоже под прикрытием, под мощным огнем, значит, выносил раненых и доставлял их, значит, в медсанбат. И сам был болен в то время, и вот, несмотря на, значит, на свою болезнь, он, значит, помогал доставлять раненых, значит, чтобы они, значит, ну, с ним ничего не случилось. Второй человек тоже вот, рядовой, тоже у него наград таких нет, но он воевал, проливал кровь. Это Бонзай Дашамалунов из села Цулга. Он был сержантом, стрелком-автоматчиком. И он тоже совершил подвиг, ему дали, значит, медаль за боевые заслуги за то, что он тоже, рискуя жизнью, доставлял документы в штаб и тем самым помог совершить, значит, операцию. Вот. Ну, теперь дальше я хочу рассказать о том, что очень интересная история есть, значит, вот, допустим, достаточно результативным фронтовиком был Добанима Гамбоев, который был награжден 2 орденами славы. Он был разведчиком, и родственники рассказывают, что 29 апреля, когда уже... 45-го года, да, когда шли бои, значит, за Берлин, 30-го числа он был взят, окружен Берлин. И Добанима, значит, Гамбоев, он, значит, как разведчик, первым наткнулся на винный склад. И они с друзьями-фронтовиками туда зашли и вышли только 5 мая. И продолжили, хорошая такая веселая история. Да, и продолжили боевые подвиги. За это его, значит, не отдали под трибунал и рассказывают, что не стали его представлять к ордену, значит, славы первой степени. Вот так мы не досчитались еще полного кавалера. Да. Еще одну историю я расскажу. Вот в прошлом году тоже я нашел, мне повезло, значит, найти 12-го полного кавалера ордена славы, имеющих отношение к Республике Бурятия, это Яковлев Илья Степанович. Он, а почему, значит, он был неизвестен, да, его подвиги? Потому что он призвался с Амурской области, города Свободной, и умер от ран в госпитале в Германии 26 мая 1945 года. Несколько дней не дожил. Да, не дожил, да, и он даже и не узнал, что стал полным кавалером, потому что указ президента Верховного Совета СССР вышел 31 мая 45 года вышел. Он был автоматчиком, был, значит, в танковым десантником был. Сидел на броне, это тоже достаточно очень такая опасная. Очень, ну, опасная, да, фронтовая профессия. Вот он впереди шел. И удивительно то, что, значит, он вообще не был ранен во время войны. И только в Берлине 26 мая. Буквально, апреля. Да, апреля, я извиняюсь, апреля был ранен буквально в полкилометра от Рейхстага. Был ранен Илья Степанович. И вот сейчас тоже, значит, к сожалению, фотографии его нету, потому что родственники вот, ближайшие ушли из жизни, его сейчас ищем. Ну, все равно будем, значит, добиваться того, чтобы там доску мемориальную на его малой родине, в селе Кокорино Ивангельского района. Вот, удивительно, что его, значит, вернее, чудесным образом его фронтовой товарищ, якут по национальности, остался жив. Тоже один день в день получали с ним ордена славы первой степени, а его имя увековечено. И вот надо, чтобы было увековечено имя, значит, Ильи Степановича Яковлева. Вот тоже вопрос такой интересный встает. Да, сколько героев Советского Союза из Бурятии? Вот, а я пришел к мнению, что сама постановка, в общем-то, неверна. А надо спрашивать. Сколько героев Советского Союза и России, имеющих отношение к Бурятии, вот, да, вот стали за годы Великой Отечественной войны. За подвиги, совершенные в годы Великой Отечественной войны. И вот недавно была информация, что 149 человек, а я сейчас вот насчитал героев Советского Союза, имеющих отношение к Бурятии, за подвиги года войны у нас 52 человека пока. Но это тоже цифра будет не окончательно, но вот мы находим вот, и вот, значит, а героев России за подвиги, совершенные в годы войны, 3 человека, получается 55 человек пока, значит, героев России и Советского Союза за подвиги. А еще есть, значит, герои Советского Союза и России, совершившие подвиги уже после войны, таких людей 7 человек у нас, и всего получается, значит, 62 человека, да,
в том числе за подвиги, совершенные в мирное время. Ну, это, допустим, там летчик Горнаев, да, он у нас служил, да. А что касается полных кавалеров, теперь их у нас 12 вместе с Ильей Степановичем Яковлевым. Ну, интересный случай здесь. Есть уважаемый фронтовик, отважный, это Никитин Ананий Александрович. Я нашел недавно фотографии его в интернете, и он где был запечатлен, значит, уже примерно это было в середине 90-х годов, в пиджаке, и где у него сияли, значит, три ордена славы. Но он официально не считается полным кавалером славы. Почему? Да, потому что, значит, в годы войны он получил сначала орден славы третьей степени, потом второй степени, да, как положено. И в 95-м году примерно его вызвали в военкомат и вручили ему, значит, орден славы. Он-то подумал, что первой степени. Когда глянул, удивился. Оказывается, опять орден славы второй степени. Он в военкомате перепутали? Нет, в Москве перепутали, да, перепутали. Там же в Москве вручают. Перепутали и опять вместо, значит, в нарушении статута ордена вручили, да, вручили ему орден славы второй степени уже еще раз, значит. И он, конечно, вот, обиделся и эту награду сдал в военкомат. Вот, но мы его все в своих сердцах должны считать все-таки полным кавалером, потому что он не виноват, что так получилось. Он проливал кровь, воевал, у него три ордена славы. Вот. Нужно считать его просто полным кавалером, да, ордена славы. Да, все. Никитин Ананий Александрович из Кабанского района, настоящий герой. Вот, и есть еще там люди, да, которые говорят, что стали полным, ну, пока ищем, в общем-то, да, допустим, вот Тихеев, даже Гармач, отважный разведчик, 21 год вернулся домой с 5 орденами, 2 ордена славы, 2 ордена славы, и он получил 5 орденов за 8 месяцев, такая интенсивность подвигов была. Вот, ну, дальше я бы хотел продолжить, да, в этом же, вот, ну, я недавно была, год назад была опубликована статья известного артиста, краеведа Бакалина Василия, где он упоминал о 12 солдатах Победы в Бурятии, представленных к званию Героя Советского Союза. Вот, оказывается, их в разы больше. Вот я начал искать постепенно людей, представленных к такому высокому званию. И вот пока примерно их 67 человек. Но лично я нашел больше 50. Есть интересные, вот, не то что интересные, а любопытный факт. Допустим, Кузнецов Ефраим, еврей по национальности, он родился у нас в Верхнеудинске, но призывался из Кузской области, дважды был представлен. И оба раза отклонялись. По пятому пункту, наверное, отклонялись. Да, скорее всего, вот поэтому. Но отклонялись там по разным причинам. В основном такие причины. Это первое, что не должен быть судим, не должен попасть в плен, в окружение. В 1937 году тоже не должен был привлекаться к репрессиям. И вот такие вот основные, да, значит, моменты, по которым отклонялись. Ну, такая у нас, да, история тут. Да, история такая. Ее не перепишешь. Да, и вот был Токаренко, тоже наш Геннадий Лаврентьевич, тоже дважды был представлен к званию героя, так и не получил. Андреев Георгий Трофимович. Тоже достаточно имена неизвестные в широком кругу. Но их нужно теперь уже, ну, да, везде, да, о них говорить, кричать, да, потому что это те люди, которые остаются, mm-hmm, ну, неизвестными. Юра, у меня к тебе такой вопрос. Хорошо. А? Вопрос абсолютно обывательский, но ты понимаешь, с чем это связано, да? Да-да. Зачем ты это делаешь? А, зачем? Ну, зачем это делать? Ну, просто я как-то к этому пришел постепенно, и, наверное, вот, ну, чисто мне это нравится. И как-то я, ну, это, наверное, и громкие слова я тут не хочу говорить. Ну, кто-то же должен этим делом заниматься. Вот мне это нравится, я это ищу, в общем-то, таких людей. Это важно для родственников, для потомков, что люди об этом знали. Для страны это важно. Для страны, да, для страны, конечно, потому что вот без них, без этих людей, которые проливали кровь, мы бы вот сейчас вот не сидели, я бы это интервью не давал. В общем-то, наверное, так. Юр, кто тебе помогает? Как, каким образом, да, ты работаешь? У тебя есть какая-то своя, ну, как сказать-то, секреты твоей работы, что ты вот находишь тех, кто, в принципе, не должен быть найден, по идее-то? Про, ну, которых уже, да, ну, то, многие забыли, если человек не имел родственников, да, к примеру, герой, погибший,
Ну и все, и забыли про него. Да, особых секретов нету. А помогать я, наверное, начну тут вот наставники, мы старше, это историки, краеведы, это Евгений Александрович Голубев, он всегда, значит, я с ним советуюсь по телефону. Владимир Александрович Фомин, наш коллега, тоже старший товарищ, он какие-то советы мне дает. Нашел понимание я в лице Ревамира Борисовича Гармаева, нашего председателя Республиканского комитета ветеранов. Вот, а так, в принципе, пока сам работаю, ну, вот, если, допустим, если кто-то из руководства будет помогать, конечно, я в нашей республике тоже, конечно, я не откажусь от помощи, тем более, что вот в наше трудное время, действительно, для меня, поскольку я являюсь пенсионером, да, достаточно, наверное, сложно, да, в этом плане. Ну, в материальном плане. Да, в материальном плане, да. Вот давай к этому вернемся, вот к материальной стороне этого дела, потому что, ну, без этого сейчас никуда не денешься, к сожалению. Ну, может быть, и нет. А, я так думаю, что ты должен, ну, просто обязан, это вот мое личное, конечно, мнение исключительно, да, написать книгу. Вот именно о тех людях, о которых ты сегодня рассказываешь, о которых ты уже знаешь очень многое от того, чего не знают потомки. Даже прямые потомки, которые сейчас, слава богу, живы-здоровы, но тем не менее, не знают просто большинство людей, живущих у нас в республике, в нашей стране, да и просто в мире. Вот как ты считаешь, да, ты к этому придешь рано или поздно? Потому что я так думаю, что материала у тебя уже достаточно много. Есть, да. Ну, вот сейчас, конечно, я вот работаю не ради там книги, да, допустим, а просто ищу. Собираю упорядочиваю материалы о фронтовиках. Да, если я соберу очень достаточное количество материала, да, фотографий, если найду понимание, допустим. Сейчас же очень трудно стало вот не только эту книгу сдать, допустим, будущую, а и другие, да. Вот нужны спонсоры, допустим. Вот сейчас, я думаю, да, под такое святое дело спонсоры найдутся. Вот мне почему-то я в этом глубоко убежден, что, слава богу, да, у нас наверное, да. есть люди. Есть люди, которым это все дорого. И таких людей еще достаточно много, если не большинство. Хочется надеяться, что большинство, конечно, но... Да, вопрос такой. Я тоже думаю. Ну вот действительно, что... Буду продолжать работу, и да, и будет, если хорошо, конечно, что вот, получится книга. Вот, и есть действительно о чем сказать, это самое главное. Ну, главное о том, что у нас есть герои, о которых надо говорить потомкам. Это самое главное. И действительно, что и жители Бурятии тоже в этом плане очень представлены широко. Они есть и много героев, которые. Результативные фронтовики, скажем, да, об этом я, может быть, скажу. Да, потому, конечно, пожалуйста. Да, вот результативные, да, вот, допустим, есть люди, имеющие по 6 и по 5 орденов, да, допустим, вот Зайцев Филимон Харлампевич, недавно тоже я такую фамилию нашел, да, он в Бурятии неизвестен, а почему? Потому что он сам... Семейский, судя по имени. Да, скорее всего, вот он с Куйтуна, но вот он после войны, видимо, женился там в Поволжье, и вот там осел. И там я вот следы его обнаружил. И удивительный там факт выяснился. Оказывается, когда он уже ушел из жизни, его родственники или близкие сдали в милицию его, значит, личный карабин снайперский. Там было написано, значит, капитану Зайцеву от генерал-майора в то время Чуйкова. Будущего маршала. Да, будущего маршала. И многие думали... Люди по воде, что этот карабин принадлежит легендарному снайперу Василию Зайцеву. Но оказалось, что этот карабин снайперский принадлежал Филимону Харлантовичу Зайцеву, отважному штурмовику-саперу, который имеет 6 боевых орденов плюс медаль за отвагу. И он был представлен к званию Героя Советского Союза. Это наш, родом из Бурятии, скорее всего, из села Куйтун, а может быть, из спиртзавода, вот где-то там. Ну, Тарбагатайский район, Тарбагатайский, скорее всего. Да, вот один из самых... А потом был Потрахин Дмитрий. Он родом из Прибайкали, 6 орденов имеет. Вот он был первым секторем райком комсомола, если мне память не изменяет, до войны. И сам добровольцем ушел на фронт. Тоже... Оказывается, значит, выяснилось, что был представлен к званию Героя Советского Союза.
А вот. По каким причинам, вот кроме тех, что ты назвал, да, там, 37-й год, все, а по каким причинам вот, не давали звания, не присуждали звания Героя Советского Союза? Еще по каким причинам? Да. Вот Патрахина, я так думаю, если он был секретарем райкома комсомола, у него не было никаких причин для таких вот, о которых ты уже говорил. Да, возможно, значит, возможно, были какие-то отношения с командованием. Иногда командиры сами могли, значит, отклонять, да, как бы, может быть, человек не нравился, что-то резко ответил ему как-то. Потом, допустим, я хорошо знаю, что, допустим, Жукову не нравились политработники. Он просто их вычеркивал, когда были награждения. Он считал, что они, значит, на передовой не были, хотя тоже многие из них были. Но это неправда, неправда. Вот тоже были такие. Есть вот такие случаи, которых я знаю дословно. Да, и вот, допустим, то касается Патрахина, вот, возможно, у него были отношения такие испорченные. Человеческий фактор. Да, человеческий фактор, да, скажем, да, возможно, да. Ну, а может, и в 37-м году родственники, может быть, привлекались к... А, и родственники отвечали. Да, может быть, вот такие я причины вижу, да. Вот, очень не могу не сказать о Намдыке Цыбинове. Это нашем коллеге, журналисте, который выжил на войне. Вот он был представлен к ордену Ленина. Вернее, Герой Советского Союза, но заменили на орден Ленина. И еще у него было 3 медали за отвагу. Это тоже уникальный случай. Да, я вот думаю, что надо вот установить мемориальную доску на нашем доме печати, как раз напротив, где есть мемориальная доска писателю знаменитому Дону, напротив, как раз есть место свободное. Вот, потому что действительно один из самых отважных фронтовиков, наш коллега, тем более, да, пролевший кровь, вот Намдык Цыбинов. Потом очень еще какие, да, допустим, Константин Дорбашкеев, он призывался из Бичурского района. А у него 5 боевых орденов, в том числе 2 славы у него. Вот. Сколько у тебя, Юр, к сожалению, время программы подходит к концу. Сколько у тебя сейчас в списке вот тех людей, которых ты нашел? Допустим. В общей сложности. Вот коротенечко скажи. Да, примерно, допустим, около, наверное, 100 человек, да. Ничего себе. Да, нашел, да, которые вот, достаточно очень мужественные были бойцы. И где-то более 50 человек представлены к званию Героя Советского Союза. Все наши земляки. Да, наши земляки. И вот удивительный момент, значит, оказывается, у нас был такой человек, значит, Репьев Иннокентий Николаевич, 6 орденов, уроженец Тункинского района, полковник. Тоже о нем вот никаких упоминаний нету. Извиняюсь, да. Да нет, все да. Нормально, к сожалению, просто время, Юр, хорошо, подошло к концу. Да. Я по традиции предоставляю тебе слово поздравить наших ветеранов с праздником. Да. Пожалуйста. Да. Поздравляю всех жителей Бурятии с наступающим праздником Великой Победы. Желаю всем здоровья, благополучия и всего самого хорошего. Хочу обратиться, чтобы наши люди, земляки, поддержали начинание нашего известного режиссера Салбона Лыгбенова, который снимает фильм о 321-й дивизии. Вот кто как, допустим, кто чем может, чтобы помогли известному режиссеру вот, Салбону Лыгбенову в этом плане. И я думаю, что, может быть, кто-то откликнется, и еще есть какие-то люди, которых я не знаю о них. Пускай обращаются в вашу телекомпанию, обязательно о них напишем. О ветеранах. О ветеранах, да, обязательно. Юра, огромное тебе спасибо, да, вот от всего сердца, от всех наших телезрителей, я тебе хочу лично спасибо сказать за тот огромный труд, который ты делаешь, потому что ты просто, я не знаю, мне слов нет. Ты молодец, ты умница, спасибо. Ты достойный сын своей земли, своего народа. Благодаря таким, как ты, мы никогда не забудем про победу. И мало того, мы будем знать еще и новых героев, о которых, к сожалению, по тем или иным причинам мы до сегодняшнего дня и до твоего вмешательства мы не знали. Спасибо. Продолжай это благородное дело, мы будем тебя поддерживать всеми своими силами. Я спасибо. Думаю, телезрители нас услышат, спасибо. Тем, кому надо. Уважаемые телезрители, хочу напомнить, что гостем программы «Открытый эфир» был писатель, журналист, публицист, и уже историк-краевед Юрий Дубаин. Я, Владимир Банчиков, прощаюсь с вами, но прежде чем попрощаться, я хочу поздравить всех нас с самым замечательным, самым великим праздником, государственным праздником нашей страны, с Днем Победы. Давайте не допустим вместе еще какую-нибудь, хоть даже маленькую войну. Всем самого доброго, увидимся.